С 29 апреля введены новые величины прожиточного минимума. На заседании регионального правительства утвержден новый размер прожиточного минимума. Он вырос на 2,7% и составил 10 689 рублей в месяц. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, причиной увеличения прожиточного минимума стал сезонный рост цен на продукты. В расчете на душу населения величина прожиточного минимума составила 10 689 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель равен 11 289 рублей, для пенсионеров – 8 555 рублей, для детей – 11 216. Изменения прожиточного минимума отражают колебания цен. Он устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения – в частности, при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.